области продолжаются зверские убийства детей. А милиция не может... Товарищ капитан, может, это все-таки не он? Задача простая и сложная одновременно. Разобраться в этих убийствах и поймать преступников. Множественные ножевые ранения, половой орган отрезан, глаза выколоты. И кто же, по-твоему, детей убивает? Он здесь был. Когда же это кончится? Убийство продолжается. У нас ничего нет. К такому привыкнуть нельзя. Я ваш! Говори, папа! Гражданин! Документы предъявить?